ну нахер. Хорошо. Теперь, пожалуйста, вернитесь в постель. Я так понимаю, я в общаге, да? А где мой партнер? Эй, есть что-нибудь? О, вот и он вернулся. Эй, ха, я, ха! О, мой бог, ты выглядишь уже... Хорошо, хорошо выглядишь. Ты в порядке? У тебя все... Не отвечай. Я уверен, что ты в норме. У тебя куча времени, чтобы восстановиться. Не спеши. Я за тебя замуж не выйду. А, вот мне. Ты в порядке? О, телек. Ты меня слышишь? А там мультики показывают? Да закрой ебало. Показывают мультики. Большинство испытуемых через несколько месяцев консервации демонстрируют признаки помрачения рассудка. Ты находишься тут гораздо дольше. И нельзя исключать, что у тебя может быть незначительное серьезное повреждение мозга. Делали. Ладно, не хотел говорить тебе, но придется у нас серьезные неприятности. Как ты там? Держишься? Я в воздухе. Резервное питание кончилось, и, конечно же, центр консервации больше не будет этих чертовых институтов. Блять! Сука! Подожди, это немного сложно. И, конечно же, мне... Извини, братан, ну тебя там нету. Блять! Ну зачем информировать меня? Его там нету, вы видите. Его там нету, ты где там? За которых я отвечаю. Придурок, ты где? О, уже близко. Где? Видно? Я пролезу. Места хватит? Да хуй его знает. А, ведь надо как-то пройти. Надо договориться, понимаешь, чтобы ответы были одинаковые. Если кто-нибудь спросит... Не-не-не, никто не спросит, ты не волнуйся. Но если кто-нибудь спросит, скажи, что последний раз, когда ты проверяла, все были более-менее живы. Хорошо, не мертвы. Ну да, будто и менее живы. За стеной находится... А вот общаги пизда. Нефизи, в настоящее время мы испытываем трудности в связи с обстоятельствами апокалиптического характера вне нашего контроля. Однако тесты будут продолжаться. Вы будете получать инструкции и моральную поддержку посредством заранее записанных сообщений, чтобы наука продолжала двигаться вперед, даже в случае природных, социальных или экономических катастроф. Братан, от тебя радио тошнит. Так. Опять я какая-то проститутка. Чё это? Вы пересекли поле антиэкспроприации, которое при контакте испепеляет любое неразрешенное оборудование. Ну, у меня тела нету, поэтому там ничего запрещенного. Питание очень опасно. Чтобы помочь вам сохранить хладнокровие перед лицом неизбежной смерти, на счет три вы услышите успокаивающую джазовую музыку. 1, 2, 3. И все, блять. Петрила. Ква, фью. Надеюсь, мне за это не нужно платить. Так, если центр развития подвергается бомбардировке огненными шарами, метеоритами и другими объектами из космоса, избегайте выходить на незащищенные территории, если отсутствие укрытия не является частью испытания. Как тебе сказать? Нихуя не понял. Ну, очень интересно. Испытание — это будущее, и оно начинается с вас. Я хочу жениться на этом портале. Отлично, творец будущего. Однако, если вы старые, недоразвитые или страдаете от увечий или радиации в такой степени, что будущее не должно начинаться с вас, вернитесь в свое примитивное время и пришлите кого-нибудь более подходящего для тестов. Прям про меня сказал. Слушай, дай я тебе кое-что скажу. Это очень важно. Мне говорили, никогда, никогда, никогда не отсоединяться от направляющих рельс. Или я умру. Но у нас нет вариантов. Так что, пожалуйста, приготовься меня поймать на тот случай, если я не умру, когда отсоединюсь. Можешь, пожалуйста, спрыгнуть, я тебя ловить не буду, и ты сдохнешь, Керам. Ты меня удержала чудесно. Ты держала крепко. Мы в порядке. Это здорово. Я сегодня за тебя не выйду. Ты не в моем вкусе. Это главная пультовая. Ищи переключатель для спасательной капсулы, хорошо? Больше ничего не трогай.
так, ничего не трогаем, ни на что не смотрим. Нет, смотреть тебе надо, чтобы найти спасательную капсулу, но как только ты на что-то посмотрел, и там не написано. Спасательная капсула, больше на это не смотришь, хорошо? Но ничего не трогай, и ни на что не смотри, и вернее смотри, но не... ну ты поняла. Да что ты, черт побери, такое несешь? Новый план, я для тебя, естественно, мы ничего плохого. Привет! Меня всего того включили. Ты ее знаешь? Давно не виделись. Здрасте. Как дела? Сделали. Я была так занята, пока была... Марина Ивановна, ну, я вам того, позднее сдам контрольную, возможно, не знаю. Не забудь про наше разногласие. Ради науки. Ты чудовище. Наука. Что такое наука? Я не знаю науку, а? Должно быть, ты очень. Даже физику пробухивала. Ты заходишь эти тестовые камеры быстрее, чем я успеваю их строить. Ты можешь притормозить и заняться чем-нибудь другим, чем-нибудь, что не разрушит этот комплекс. А у тебя в запасе есть, мужик? Не смей меня снимать, понятно нахуй? Все-таки есть личное пространство, блять. Ты дышишь не настоящим воздухом. Закачивать его так глубоко под землю слишком дорого. Мы просто удаляем окись углерода из воздуха, освежаем его немного и закачиваем обратно. То есть до конца своих дней ты будешь дышать одним и тем же воздухом. Мне показалось это интересно. Пока, ребята!